там что ли? Не, не похоже. Как вам такое? Что с прицелом, Абдул? Да, вот на ноуте не видно ничего такое. Dead meat. One more meat at least. Two meat. One more meat. Dead meat. One B. Last B, last B. Видите, в форму возвращаюсь, я столько времени не играл в CS. Но это не самое важное. Самое важное другое. Насколько ты сам ментально готов к игре. Biaps last. Defuse, defuse, I cover you. Еще чувака не видишь практически. Ну это нормально. Бро. Go, go. Can be out mid, guys. Two more mid. Я думал убью. One more mid. Ой, хорошо попал. One more. Bottom gun. Two more. Last to mid. Right side, Delpan, Delpan. Nice shot, Sedge. Good job, guys. Есть ненужные скины? Продай их на UpX. Подробности в закрепе. Dead A. Last can be out B, guys. Okay, nice. Есть дым в окне, нет? Last to mid. Nice. Расписался этому чуваку. Понял, спасибо. Попал. Только где попал? Правда, что в Дубае, да? Но тут только вот ДММ можно играть, в этом-то вся и суть. То это твое мнение, я его уважаю. Но я не буду никак его больше комментировать, чем то, что я уже сделал.
ударился. Поживем, увидим, нужен я кому-то или нет. Жизнь все показывает. Dead mid. Воспитанным. Я бы так не общался с человеком, которого не знаю. Би. Два снайпера стоят. И оба промахнулись. Лицо. Выиграй, нет? Манлука, малука. Of course, bro, I don't know if I go sleep, we'll see, okay? Мне просто интересно было, без всяких обидцам нужны, если игроки после 25 лет мало кому нужны. Ну, смотря какие игроки, и просто ты... Просто когда ты, знаешь, пишешь, а чё, после 30 вернёшься, это выглядит немножко так по-бедлански, понимаешь? Ну, то есть... Типа, ты можешь написать там, мне просто интересно за твою карьеру, там, ты, условно говоря, ты не прям мой фаворитный там игрок, но я бы хотел знать, если это возможно, там, как ты на это смотришь. Тогда у меня было бы такое понимание, окей, человек, и человеку реально интересно, я могу как-то постараться ответить, опять же, в пределах дозволенного, потому что некоторые вещи я рассказать не могу. Вот. Давайте пантер положим. Это жестко. Это тоже жестко. Я зря не пошел сейчас бы дом поджимать, ну ладно. Ту шорт. Как я не убил первого в голову, я хз. Найс прическа, Абдул. Спасибо. А что у меня с ней? Не вижу. Потому что, ну, ты понимаешь, что если я, допустим, отвечу на твой вопрос «да» или «нет», это может повлиять, там, на состояние игрока в команде. Например, нынешнего снайпера, если вдруг меня звали. Или, там, любого другого, если звали на другую роль. Как тебе Дубай? Да прикольно, но я по времени, у меня на завтра прям такой половенький день. И если я не буду понимать свое расписание, мне будет не так же просто. I'm playing for bomb, bro. Terrorists win. You will all die. They're Seiko and Bench, guys. Flashback.
так вот. То есть он может меня убить, а я не могу его. Hello, hello. Я не знаю, что там у них происходит, я не в курсе. Лучше искать стаки, команды, играть квалы или просто лофейсит. А слушай, по-разному. Сейчас, я думаю, можно делать и то, и то. Самое лучшее, что ты можешь сделать, пробиваться там в FPL и так далее. Восемь каток осталось. Так, что нам выпало? Ну, ничего хорошего.